Учиться, жить и работать по-коммунистически. Этот призыв находит отклик повсюду в нашей стране. Подхвачен он и сталеварами Магнитогорского металлургического комбината. В предновогодние дни здесь побывали наши корреспонденты. Сталевар 2-го мартеновского цеха Алексей Федорович Мельников сказал: «Наша бригада первой на Магнитогорском комбинате поддержала почин комсомольско-молодежного коллектива доменными чинами всех и вступила в соревнования за звание бригады коммунистического труда. Все мы будем учиться и быть примерным в производстве и в быту. Могущество нашей страны и труд сталеваров-магнитки.